И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Джека, и сегодня, ребята, я поиграю в игрушку под названием Five Nights at Steve's. Это у нас, собственно, как бы сказать, Майнкрафт в Five Nights at Freddy's. Вообще, я давно не снимал пародию на FNAF, я думаю, вы по ним соскучились. Лично они мне тогда надоели давным-давно, когда я перестал снимать. А сейчас мне снова вернулось желание заснять какую-нибудь пародию. Собственно, сегодня мы играем, как я сказал, уже в Five Nights at Steve's. Поехали, не буду долго вас томить, нажимаем New Game. Кстати, здесь все по-русски. Ищем работника на должность ночного охранника, окей, в принципе, мы это все знаем. А, это, кстати, еще игра в демо-версии, поэтому не знаю, возможно, там потом ее доработают. Но, судя по отзывам на сайте этой игры, она довольно-таки проработана. Ну и смотрите-ка, не такая уж плохая пародия, графика здесь неплохая. Так, посмотрим, как здесь выглядят аниматроники. Я надеюсь, я не обосрусь сегодня, потому что я очень давно не играл во FNAF и думаю, боюсь, что я обосрусь. Так, ну, собственно, аниматроники здесь Крипер, Скелет и Стив. Давайте мы сразу же поймем. Я здесь еще ни разу не играл никогда, ребят. Положить трубку, странно, я с кем-то разговаривал разве? Так, а как опустить камеру? Пробел, так, подождите, я что-то не понял. Как мне опустить камеру? А, понял. А, короче, нам нужно понять, какая это версия FNAF. А это у нас версия FNAF, типа пародия на FNAF 1. То есть, вот у нас эти переключатели света. А, надо понять, где мы находимся. Мы находимся, получается, здесь, да? Интересно, вот эти вот животные, они тоже аниматроники, интересно, хз. Давайте поисследуем здесь местность. Что-то я пока не то. А где наши аниматроники? Стоп. Так, мне это уже не нравится. Ага, кто-то у нас уже ушел. Так, у нас скелет, ребята, убежал. Скелет у нас пропал, понимаете? Это к добру. Опа-на! Слушайте, а скелет-то у нас уже где-то рядом. Нужно посмотреть, он где-то здесь, может. Я немножко тут не разбираюсь в. Вау, на тинтима надо нажимать. А, так, тихо. Где? Ага, вот скелет, а вот мы, да, получается? Я не могу понять. Смотрите-ка, он Ага, вот, то есть он уже здесь. Подождите-ка, как понять, где он? Эй, чуваки, я не понимаю... А! Где ты? Так, выключаем свет. Я не понимаю, Ребят! Куда он делся? Там есть Стив, смотрите. Так, Эндермен, да что тут есть? Наверное, Эндермен это как Фокси здесь, короче. И он будет выскакивать как Фокс неожиданно. Наверное, не в этой ночи точно. Я не понимаю, где все... Ага, вот у нас... А, стоп, вот я, по идее, нахожусь, да, здесь или нет? Чё-то я не врубаюсь, ребят. Чё-то я не врубаюсь. Ещё что такое? Может, это есть скелет, я чё-то не могу понять. Короче, буду так вот поглядывать, но... Чё-то я пока не врубаюсь. А, где я нахожусь? Это скелет? Что это? Что это такое? Вот скелет стоит, а это что такое? Похоже на башку скелета. Не знаю, чем, но вообще это похоже. Так, где наши остальные аниматроники? Крипер к нам подходит справа, залезает. Это Стив. А я за кого играю? Я думал, я играю за Стива, и поэтому... Всё, понял. Так, смотрите-ка, крипер к нам уже близко довольно-таки подходит, прикольно все прорисовано. Так, давайте проверим, здесь может он стоит, может какой-нибудь зомбик нам пробежал, или что-то, не знаю вообще, здесь все есть. Не знаю, пока вроде никого нету, и я пока даже что-то... Вы видали? Он там стоит! Жалко, нету звуков таких, когда он, знаете, когда появляется. Так, не-не-не, вали отсюда. Чё он там... Да как же ты, когда же свалишь-то? Чё-то я жду немножко подобосрался так. Так, тихо. Ты, главное, не пугай меня сейчас, потому что я сейчас еще не готов. Ага, никого нет. Так, здесь тоже никого нет, я не понимаю. Крипер... А, нет, там я видел крипер, погодите. Вот здесь у нас крипер, по идее, он должен справа у нас вылезти, нужно за ним следить. Так, где скелет? Я тут нету, и тебя крипер тоже здесь нет. Крипер, ты собираешься вообще на меня наступать? Что-то как-то время идет очень медленно, 2 часа ночи только, Я вроде тоже довольно-таки уже долго тут сижу. А энергии 39 осталось, мне это совсем не нравится. Да, энергии осталось уже 39. Мне это очень как не нравится. Так. Скелет он свалил вообще подальше куда-то. Мне интересно, крипер, ты собираешься вообще двигаться? Ты что, просто стоишь, вообще не двигаешься? Так,
И что-то мне уже страшно, на самом деле. Мне уже страшно, так что давай, ты меня собираешь там пугать, что-то делать со мной. Мне так скучно сидеть. Эй, чувак, давай. Делай хоть что-нибудь. Энергии у нас осталось 31. Что, когда она закончится, не представляю, что мы будем делать. Слушайте, опа-на. Опа-на. Я обосрался немножечко. Блин, прикольный скример. Меня испугал крипер. Ну ёб красоте. Ладно, давай попробуем еще раз. Итак, ребята, играю в второй раз демо ночь. 12 PM. У нас, короче, 12 вечера. Пиу-пиу-пиу-пиу. Я так, если честно, как бы скример сам не очень страшный, но я лично подобосрался. И как он сделан, довольно-таки красиво. А, так, положить трубку. Я-то с тобой даже никто не разговаривал. Почему положить трубку? Вот русские говнюки. Вроде прорисовали все хорошо, а озвучку не сделали. Вот лохи. Так, ну короче, ладно, давайте будем сидеть и ждать. Давайте будем сидеть и ждать, пока к нам заявится. Так, к нам пошел уже скелет. Слушайте, а вот это мне не нравится. Скелет к нам выдвинулся. Я не понимаю, ребят, напишите в комментариях, что за хрень такая. Это похоже на какую-то бошку скелета приближенную, но, блин, это не она. Потому что скелет в другом каком-то месте сейчас сидит. Так, эндермен. Скелет куда-то идет, ничего не понятно куда. Интересно, можешь куда-нибудь потыкать? Я хочу куда-нибудь потыкать. Немножко странно звучит, но хочу прям потыкать. В этом, в ФНАФе, в обычном. Все время можно куда-нибудь тыкать, и будут какие-то звуки. Здесь только показано динамит, я понял, что можно тыкать. Так, тут скелет. Скелет от ТП-шился куда-то, непонятно куда. Ты мне будешь это объяснять, я, чувак? Так, я не понял, как где крипер стоит на месте. Окей, а где наш скелет? В чем смысл этой камеры? Она же ничего не палит. Где скелет? Ну, скелет где-то в жопе бродит. Так. Смотрите, он мигает. Ты типа хочешь меня напасть, да? Ты хочешь, чтобы я так испугался, да? У тебя нифига не получится, так. Крипер до сих пор здесь стоит. Ну, скорее, тоже что-то не хочет там идти. Чё это как-то это? Алло, давайте, нападайте на меня. О, смотрите, как крипер подвинулся, смотрите. Крипер у нас переместился на камеру 10. С камеры 1 он переместился на камеру 10. Ну, ты молодец, давай. И что, ты у нас пойдешь дальше или нет? Или так и будешь стоять там? Ну, значит, привет, крипер, ё-моё, туда-сюда. А, крипер повернулся вообще ко мне с жопой, насколько я понял, потому что лица я его здесь не вижу. Смотрит, походу, на эндермена. Походу, влюбился в эндермена, ребята. Крипер влюбился в эндермена, вот это да. Это что-то как-то очень странно. Скелет, ты собираешься на меня нападать? Насколько я понимаю, скелет это тебе как Бонни, а вот крипер он уже идет как... Хотя, может, и крипер это как Бонни. А хрен его знает вообще. Не, крипер это как Чика, короче, а как это странно звучало. Крипер это как Чика? О, да, привет, Чика. А скелет это у нас как Бонни, вот. Ну, да, привет, скелет, в принципе. Ты можешь мне так дальше смотреть своим устрашающим взглядом. Но пока что ты меня еще не пугал, меня пугал пока что только крипер. Так, давайте проверим. Тут что там у нас никого нет? Мало ли, может, это не ТП, а ТП. Я понял. Я вас понял. Там прибежал ко мне скелет. Пожаловал. Я, пожалуй, закрою вообще везде двери. Так, отстань. Скелет прям тут сидит, и я боюсь, что он меня сейчас сразу так возьмет и завалит. Да скелет отстанет мне. Где этот крипер, твою мать? Я потыкаю письку, давайте, прибегайте ко мне. Я вас приманиваю, ё-моё. Все, скелет от меня отстал. Теперь осталось крипера как-то... А я не понимаю, крипер как-то такой без... Просто без палева так заходит ко мне вообще. Как будто я его прям тут жду, как будто он домой такой приходит и бабахается. Ну, что-то как такой-то он странный чувак на самом деле. Стоит, тут что-то смотрит. По идее, они должны не прям так сразу на меня нападать. Я что-то не могу понять, кого дьявола. Да подожди ты, ё-моё. Ну чё, крипер, собираешься вообще на меня атаковать? Или так и собираешься здесь стоять? Он сейчас как неожиданно выскочит и убьет меня. Где-то вот, смотрите, на 4 часах утра будет, он выскочит, смотрите, вот. Вот, помните мое слово, я тебе говорю, сейчас он выскочит, сейчас тварь это выскочит. Вот он смотрит, выжидает говно и выскочит. Я успел закрыть.
Да не, это какое-то говно, ребят. Что-то непонятно вообще ни хрена. В общем-то, ладно, ребят, на этом я закончу. В принципе, пародия достойная, смотрите, как тут анимировано, прикольная. Так что, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Я надеюсь, что вам понравилось. Ну, вам же понравилось. Ну, ребят, скажите, вам понравилось, пожалуйста. Поставьте мне лайк, напишите мне приятный комментарий. Скоро будут новые ролики, ну а с вами был, знаете кто, с вами был Евгений, да, Евгений Жека, который не боится вообще, смотрите, все пока.